Очередной урок мужества для видновских лицеистов был посвящен Сталинградской битве, одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. О героизме советских солдат десятиклассникам рассказал Валерий Бодряшов, кавалер двух орденов Красной Звезды. Доступны стали все средства информации, в том числе и зарубежные, откуда льется всякая гадость на нашу, так сказать, на нашу действительность, на наших лидеров государства. Поэтому надо знать историю, как сказал великий Ломоносов, народ, не ведающий своей истории, не имеет будущего. Вот стараюсь рассказать на примере прошлых событий, правду о них, ну, как участник, допустим, этих событий, и... Зная историю нашей страны, можно легко найти ответы на сегодняшнюю обстановку в мире и в нашей стране. Во время урока также обсудили тему военных действий в Афганистане, участником которых был Валерий Бодряшов. Ребятам было особенно интересно узнать о событиях тех лет, ведь они состоят в детско-юношеском патриотическом движении «Юнармия». Движение в наше время очень важное, вкладывает все усилия, все возможности, все материалы на помощь окружающим людям и на воспитание правильного патриотического духа в нашей молодежи. Заинтересовало меня это движение тем, что у меня был классный руководитель в прошлой школе, который организовал все это движение. И мне понравилось, как он рассказывал это на уроках, то, что... У нас были специальные магазины, автоматы Калашникова, разные специальные одежды. Он показывал, как это правильно одевать. И, наверное, это меня очень сильно заинтересовало. Я решила, что хочу вступить в движение. Юнармеец Даниил Подгорнов занимается в военно-патриотическом клубе «Ратник» и помогает педагогам лицея проводить различные мероприятия. Иногда помогаю учителям проводить уроки ОБЖ. Показываю разборку-сборку автомата, как правильно надевать ОЗК, ну и вот военно-прикладные. Далее ребята были приглашены в тир, где прошел турнир по стрельбе из пневматической винтовки. Как правильно обращаться с оружием, показал депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Павел Русаков. Рука прямо, то есть локоть согнут, значит, рука не держит. Вот эта вот часть, она лежит на ней. То есть абсолютно спокойно, расслаблен, не надо сжиманий вот этих вот нерв. То есть чем больше, чем меньше ты напряжен, тем точнее ты выстрелишь. Самому меткому стрелку по итогам соревнований Валерий Бодряшов вручил значок снайпера. Этим знаком награждали военнослужащих, прошедших снайперские курсы с 1938 по 1941 годы. Всего таких знаков было выпущено сравнительно немного – 141 тысяча. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.